И вот интересный комментарий на мой видосик. Дедушка открывает сезон. Да уж, отец, поздновато телом хвастаться. Уже не торт и давно. Убогий баттерфляй, кроль тоже сомнительный. Зачем выпендриваться, когда ни техники, ни функционала не хватает? Так вот я вот это все снимаю не для того, чтобы перед вами там чем-то похвастаться. Вообще, что такое, вот если взять блог? Блог — это человек ведет дневник, видеодневник, и выкладывает, что там, что он делал, что, как получается. И знаете, вот тут, вот в этих словах, там, поздновато там телом хвастаться, там, и, как бы сказать, вот, насчет вот этого я хочу сказать. Вот для того, чтобы поехать мне на эту турбазу Исток и искупаться, я начал готовить своих так ближайших окружений, но в основном жену. Чуть ли не месяц назад, если не больше, я сказал, знаешь, вот сейчас сезон настанет, и я отброшу все эти дела, я буду регулярно ездить на этот, значит, турбазу Исток и плавать там. Плавать для себя в первую очередь. Несмотря на то, что сейчас похолодало, ближние меня, там особо никто не купается в Истоке, хотя бассейн вроде и подогрелся. То есть ближние отговаривают: ах, куда же ты, Генок, ах, куда ж ты, вода там холодная, простынешь и прочее, прочее, прочее. Знаете, вот, что я наблюдаю вообще-то, вот, какое-то массовое, сейчас слово надо подобрать, массовая инертность, которая из себя не хочет никого выпускать. Вот будет ты таким же вот инертной, вот этой серой массой, куда ты там лезешь? Вот там купаться, там плавать, да ты там и плавать не можешь. Вот баттерфляй убогий, на самом деле баттерфляй — это довольно-таки способ плавания, требующий таких хороших кондиций физических. Кроль, это, сомнительный. Но я даже, знаете, не хочу как-то что-то вот говорить, но в любом случае с чего-то надо начинать. Я это показываю не столько вам, сколько я вот так проплылся, вот так, я нырнул, еще что-то сделал. То есть я стараюсь получить приятное удовольствие и сделать себе пользу. Вот этим. Ну, видите, вот есть люди вот так вот воспринимающие. Вот вода нагреется, тогда будем купаться. Ты просто там постой, там поплещись, там, или еще там что-нибудь поделай. Но это я делаю для себя. Вот зачем выпендриваться? Ну, я просто снял то, что, знаете, вы ж видели, кто канал посещает, что я снимаю и ремонт там лавки снимаю, и там что-то там еще там делаю, и чищу этот водопровод там. Ну массу вещей. Хотя я не мастер вот этого дела, там не водопроводчик, не... Но в любом случае, вот создалась ситуация, и я стараюсь это сделать. Ну, это значит, зачем выпендриваться, ни техники, ни функционала там не хватает. Вот сейчас можно более по-крупному взять. Михайло Ломоносов. Михайло, да зачем ты с этой-то там с Архангельска, ты-то там пошел?
Тут смотри, у тебя отец тебе передает свое дело, будешь рыбачить. Вот она тут уже, жена у тебя есть, вот женим, будешь жить, будешь рыбачить, там все нормально. Че ты туда там за какими-то там знаниями, ты уже там переросток пошел там это, с детьми учиться там. Что ты там хочешь этим показать? Что? У человека такого качества, он это хочет. Он хочет жить более интересной, насыщенной жизнью. Так вот, как раз вот этот вот дедушка открывает сезон, видосик, и говорит о том, что я не хочу жить вот той серой жизнью, как живет большинство людей. Хотя, вот, чтобы проехать до этой турбазы «Исток», взяли от Каменска до Гундаровки, где она расположена, перековыряли дорогу, поставили эти ветряки, и не знаю, что там они делают. Вот. Два светофора поставили, там более-менее нормально, знаете, проселочная дорога была там асфальтированная, можно было ездить, что-то такое. Нет, перековыряли, и это все осталось. Они целое лето будут, скорее всего, все это дело делать. Но тем не менее, вот если ты как-то хочешь жить лучше, жить насыщеннее, жить интереснее там, то ты что-то начинаешь делать. А тут оказывается, вот, телом там хвастаться. Да я телом своим доволен. Я уже вам неоднократно рассказывал. Если вы чем-то недовольны, там, телом, деньгами, еще чем-то, включайте свою голову и начинайте работать. То есть очень важно себя организовать на конкретное достижение. Я лично доволен тем, что есть, знаете, не хочу сказать, что давно такое чувство, но вот занимаясь гравитационной гимнастикой, я почувствовал, что появились какие-то интереснейшие перспективы. Это очень интересная вещь. Ты энергетически насыщен, тебе интересно, тебе хочется, многого хочется. А тут вот посмотрят, хвастаться, тело там не то и так далее. Это мое тело. И я им доволен. И это очень важно, чтобы человек был доволен своим телом, своим внешним видом, своим там здоровьем и так далее. И если недоволен, пожалуйста, там работайте. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Это такая уж вещь. Это сугубо индивидуально. Я вот, так как много прозанимался телостроительством, там бывает. Мистер Олимпия. Да там 10 человек находится примерно на одном уровне. И в зависимости от судейского предпочтения отдают победу тому или другому. Так, значит, убогий баттерфляй и все это там такое, это сомнительное и так далее. Но даже я не хочу сказать, что я вот к концу лета, у меня там будет там и баттерфляй, там и кролик, то есть все. Ну вот, что тут вот написано, знаете, вот в угоду, допустим, вот этим людям, которые тебя окружают и говорят, ах, куда же ты, Ванек, ах, куда ты, да не ходил бы ты туда. Вот они тебя принижают, будем говорить, всасывают вот эту вот инертную серую массу. И необходимо все-таки иметь свое собственное видение, свою собственную волю для того, чтобы из этой массы вырваться и жить так, как тебе хочется. Не обращать внимания на других людей, которые тебе не помогают, а которые... Вот я на канале с
своими стихотворениями, своими там посылами, своим этим. Я стараюсь посетителей канала возвысить, вдохнуть в них какие-то силы, вдохнуть в них уверенность, что они могут гораздо больше, чем что у них сейчас есть. Потенциал далеко не раскрыт. А тут наоборот, знаете, вот не надо, со своим вот этим телом там торчит, со своими этими возможностями и так далее, функционалом, эмоционалом и все. Вот, все серость. Я неоднократно вам говорил, да, вот сбросьте в первую очередь, кстати, там и на мой видосик «Эмоциональная гимнастика», 5. Этот же человек сказал: видеоманьяк, съемка ради съемки. Зачем я это посмотрел? Тоже человек. А я как раз и говорил, да, говорил. Знаете, мы все с вами закрепощены в первую очередь внутри себя. И при этом вот смотрим, а как к этому отнесутся окружающие, а тем более чужие люди, которые увидят, что я, допустим, со своими телесами там и так далее, вот танцую. Я неоднократно вам говорил, у кота не было глаза, и он, не стесняясь, приставал к кошкам. Я же помню себя, допустим, там что-то там, волосы там выпали или еще что-то там такое, и уже как-то стеснялся, допустим, общаться с девушками, а что, а как, а так, а все там, это самое. А тут, видите, комплексы нами правят, комплексы, которые как имеются внутри нас, так и внешнее окружение в виде вот таких вот высказываний на нас все это набрасывает. И мы не можем распуститься, мы не можем показать свой потенциал. И знаете, вот опять-таки, купаюсь я и для себя. Это я показываю не столько вам, сколько себе. Я вот просто вот такой. У меня даже мысли нету, чтобы что-то вам такое, знаете, показать. Вот я. Хотя, тем не менее, что-то я и покажу. Вот вырвитесь, найдите в себе силы, уверенность, знание, понимание. И только очень редкие люди вырываются из этой серой массы и начинают сверкать. Не обращая внимания на вот это вот все, что тут творится. Ну, я так вот думаю. И это как раз вот яркий пример того, как вот вместо того, чтобы сказать, о, ну, там молодец, там что-то там, купаешься, смотри, там как-то там, или еще что-то там такое, приободрит, да, человека там. Ну, закройся, забейся в уголок, и все, твоя жизнь уже на этом кончилась. Видите, к чему все это дело ведет? Так что, вот, закончу тем стихотворением, которое прошло через меня. Те слова и посыл, с которым со мной говорил, ну, скажу громко, высший разум. Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие свое, ее, вселенной всей. Источник я любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, и буду жить и процветать, любовь и счастье воплощать. Заполню этим все миры. Где буду я? Где будешь ты? Ведь я и ты – две меры этой красоты.
Раскройте свою красоту, не стесняйтесь, покажите себя. Ведь жизнь нам дана и для того, чтобы мы как раз распустились, как цветочек, и запахли, облагораживая все вокруг.